Обращение с автоматом Калашникова, медицинская и радиоподготовка, стрелковые поединки и военно-тактическая игра «Лазертаг». 3 дня соревнований. Самым масштабным событием стала тактическая игра на местности «Тропою героев». В ней приняли участие 13 команд юноармейцев, 2 команды воинской части, а также команда руководителей военно-патриотических организаций. Хочу вручить вам благодарственное письмо вашей организации, коллективу Брянской региональной молодежно-общественной организации «Военно-спортивный клуб «Патриот» десантного профиля, председатель правления СИЗО Сергей Валерьевич. Благодарю коллектив за вклад в патриотическое воспитание молодежи, подготовку к службе в вооруженных силах Российской Федерации. Желаю крепкого здоровья, оптимизма и благополучия. Спасибо. На тропе героев ребята смогли проверить свои навыки обращения с оружием, военно-тактической и спортивной подготовки. Всем командам нужно было максимально быстро и без ошибок преодолеть спуск в карьер, продемонстрировать меткость стрельбы, умение тактически грамотно действовать в обстановке, приближенной к боевой. Все зрелищно, с использованием пиротехнических изделий, помогали и обеспечивали безопасность представители Министерства обороны и других силовых ведомств. Организатор и идейный вдохновитель слета Сергей Сизов с 2000 года. Проводит слет военно-патриотических клубов. Это одно из самых масштабных мероприятий подобного профиля в нашей области. Они сегодня поняли, кто на что способен. Вот как они способны к защите Родины. И, к сожалению, вы, наверное, видели, что были случаи, когда физическая подготовка желает лучшего. Вот. Я считаю, что надо как можно чаще такие игры проводить в разных, может быть, формах, не давать возможность выложиться по полной, чтобы человек понимал, чтобы защитить свою родину, нужно вести здоровый образ жизни. Среди участников многие не первый раз приезжают на Александрийский карьер. Денис Черняк уже 7 лет подряд проходит тропу героев. Но каждый раз это новый опыт, новые незабываемые впечатления. Наша команда готовилась к этому мероприятию изначально. Мы готовились бегом, каждой утренней зарядкой и небольшой пробежкой с утяжелением, чтобы были готовы с бронежилетом, каском к весу. Валерий Шаповалов впервые попал на игру в прошлом году, будучи еще школьником. А сегодня он принимает участие в команде Новозыбковского сельскохозяйственного техникума. Мы отрабатывали, как будем бежать обстреливание, как будем бежать, кто с кирпичом с рацией бежит, кто бежит с шашкой, кто первый стреляет. Вот все было обсуждено еще за 2 дня до этого. По итогам первое место за тропу героев в этом году досталось команде «Звезда» Клинцовского индустриально-педагогического колледжа. Уникальное мероприятие, которое на протяжении многих лет проводится возле деревни Каташин, позволяет узнать свой уровень подготовки и приобрести опыт, который обязательно пригодится будущим призывникам. Андрей Мамошин, Евгений Цветков, Григорий Дупанов. События. Новозыбковский район.